Сегодня 11 июня, Всемирный день народонаселения, День Российской почты, День рыбака, День художника по свету, Всемирный день шоколада, День действий против рыбной ловли. Странно. Крапивное заголовье, День работников налоговых органов. Отдельно поздравляю. День поддабривания одиноких. Целый день соглашения, день 5 миллиардов, день черничного маффина и день черешни Ryanair. А мы в этот день приехали на пруд Рыжово и посмотрим, сколько здесь народу и возможно ли здесь искупаться. Пойдем смотреть. Вот и вода. Стандартная подмосковная вода. Грязная и цветущая. Севен, ты купаться будешь здесь, вот в этой водичке? Что-то не очень хочу. Не, ну, наверное, она освежает такую жару. Ну, наверное. Народ купается с палатками, с мангалами. Так вот здесь останавливаются люди вдоль обочины. Местами прям очень замусорено все. Люди купаются. Так все это выглядит сейчас. Мы купаться не решились, поедем дальше. Отъехали мы от этого пруда. И вот сейчас я покажу, попробую. Вот увидели, вот такой вот шатер стоит синего цвета. Вот впереди вот. Вот он. И ребята гоняют на парапланах. Сейчас пойду подойду поближе. Там за моей спиной парапланеристы гоняют. Я подходить туда не буду. Но, в принципе, кому нужно, их можно увидеть от озера прямо. Дальше, друзья, еду к озеру. Сейчас тоже его покажу. Дальше смотрите видео. У меня подписчики спрашивали, где там рыбу половить можно поблизости. Я сейчас покажу это озеро, это уже получается заповедник, заказник. И ссылка, смотрите, в описании будет на первое место и на второе. Как всегда, под видео находится она. Поехали. А вот мы подъезжаем к тому самому месту, рыбному месту, о котором я говорил выше в предыдущих кадрах. Это заказник Поленица называется. И посмотрим, сколько в день рыбака рыбаков. Или они уже все пьяные валяются где-то. Все озеро цветет. Да, все цветет.
вода есть, вот рыбаки сидят там внизу. Интересно, обычно рыбаков очень много здесь. А сейчас действительно они, видимо, за праздничным столом находятся все. И вот такое цветущее, большущее озеро. Друзья, такая небольшая прогулочка у нас получилась. Подписывайтесь, смотрите, пишите комментарии и ждите новых локаций. Пока!